Очень часто, вот в последнее время на разборах, я слышу «да он», «да она», «да они». И на самом деле это просто отражение вашего внутреннего мира. То есть ваша задача в решении проблемы перевести пальчик на себя и понять, что вы хотите. Вот, например, там «они на меня наехали». Недавно был вот на разборе у меня такой, значит, аргумент. «Они на меня наехали». И мы когда стали копать, а что же там за этим, да, они на меня наехали, оказалось, что ей надо было открыто пойти в конфликт, чтобы в открытом конфликте начать решать вопрос, который никто не хотел поднимать. И вот они на нее наехали, она восприняла это так, что они на нее наехали, вот, и начался конфликт, в результате которого пошли как раз вот эти разборки, да, то есть ей необходимо было разобраться. И вот так, когда мы возвращаем пальчик на себя, то в каждой нашей проблеме мы можем найти причину, можем найти свою личную, первичную, вторичную выгоду, да? Зачем нам это нужно? Потому что если бы это нам было совсем не нужно, то этого бы в нашей жизни не было. И очень часто мы тут входим в сопротивление, оно нам начинает тормозить, оно нам начинает мешать, дает все возможные блоки, лишь бы не понять, какая же там исходная причина. И поэтому я приглашаю вас на разбор. То есть разбор – это созвон, когда мы общаемся до 45 минут, ну, полчаса, 45 минут максимум, и мы разбираем вашу ситуацию, мы разбираем ваши внутренние, подсознательные причины, для чего вам нужны эти ситуации, для чего вам нужны проблемы, что мешает вам достигнуть цели. И находим какой-то определенный путь, какой-то определенный план действий, с помощью которого можно прямо сейчас начать идти к своей цели, начать достигать, убирать внутренние блоки, которые именно тормозят получение результата. Поэтому, если вы хотите избавиться от проблем, первое, переведите проблемы в цели, какую-то конкретную, позитивную, вдохновляющую цель. И второе, это разберитесь с источником проблемы. Если вы не можете найти или разобраться с источником проблемы самостоятельно, welcome, приглашаю вас на разбор, чтобы вместе с вами разобраться и сделать так, чтобы в вашей жизни были не проблемы, а результаты.